Приветствую вас! С вами Доминус Фурор, и в последнее время в Petra Reborn Alpha стало выходить очень много обновлений. Суть игры не меняется, зато меняются затары для фарма точек за петросянов. В данном видео я не буду вам рассказывать нюансы фарма, тайминги фарма и всякие аспекты другие игры за петросяна, я просто покажу вам, какие нужны артефакты для фарма определенных видов точек. Надеюсь, автор не выпустит еще 10 обновлений под вещи рыба, гайд я пишу утром. Внизу будут аннотации, вы сможете кликать по ним и переходить на нужную вам точку фарма. Для второй точки фарма вам понадобится маска смерти и 3 брейсера, которые дают плюс 5 ко всем статам. Для третьей точки фарма вам понадобится мом, 3 брони и сейндж. Для четвертой точки фарма вам понадобится мом, 3 брони, манта стайл и шива. Для того, чтобы фармить пятую точку с ограми, вам нужен мом, 2 брони к статам, молоток молнии, щит природы и одна книжка, которая повышает ваш урон. Для фарма последней точки с драконами вам нужен мом, 2 брони на статы, 2 трезубца и щит небес. Ну а с вами был Доминус Фурор. Надеюсь, мое видео вам помогло. Подписывайтесь, оцените видео. Всем удачи и пока.